Старт первого заезда. Со старта сбоил Гарри Поттер Син. Бег ведет Гадал Хок. На втором месте Панорама. На третьем месте Чарльз Бок, который сбоил. На... Гадал Хок ведет Панорама на втором месте. На третьем месте Корпас Син. Чарльз Лок допустил проскачку. Пока без изменений бег ведет Гадалка Лок. Первая четверть пройдена за 37,9. На втором месте Панорама. На третьем Корпасин. На четвертое место вышел Гарри Корпасин. Таком порядке лошади движутся по прямой. Подходит к отметке вторая четверть. Без изменений, с большим преимуществом ведет Гадал Хок. Вторая четверть пройдена за 39,7 секунды. Также без изменений, с большим преимуществом ведет Гадал Хок под управлением мастера Нейзика Лизы Матусевич. К ней подбирается Панорама. Наталья Копытова на третье место вышел. Гарри Профасин, четвертый Голдмастин. В очередной раз сбавил Чарльз Лок. Также без изменений. Гадалка Лок, Панорама, Гарри Профасин. Тройка лидеров с большим преимуществом ведут. Третья четверть пройдет за 37,9 секунды. Выход на финишную прямую. Гадалка Лок, Панорама и Гарри Поттер Син с большим преимуществом ведут бег. Гадалка Лок не уступает. Гарри Поттер Син пытается выйти на второе место и выходит. Гадалка Лок лидирует. На второе место вышел Гарри Поттер Син. Третий финиширует Панорама. Далее идет Чарльз Лок.